Так, приветствую, друзья. Начинается эпопея моя уже по сбору трех квадратов на 90 МГц. Это у нас директор. Вот так стяжками я фиксирую алюминиевую проволоку. Здесь я паял. Где же она здесь? Вот. Здесь пайка. Алюминий запаян. Вот. Так, это у нас вибратор-рефлектор. Здесь это герметиком залью чуть позже. Крепление элементов. Все у нас будет крепиться на болтики. То есть, в принципе, должно быть неплохо. Значит, смотрите, взял я для траверса вот такую досочку. Люблю я деревяшки. Ну, так, для такого колхоза, как у меня, ну, в смысле, для себя именно, да, можно и так делать. Вот у нас берется швабра, сверлится отверстие. Это основа. Сюда будет крепиться толстая такая у меня деревяшка хорошая, мощная. Вот. Вот так это все выглядит. Здесь будут крепиться элементы. Вот у нас получается. Вот стрелка, тут директор, вибратор и рефлектор. Все будет на на болтах закрепится. Естественно, это все потом подкрашу. Вот такой вот соединительный узел. Так, вот так это все в сборе выглядит. Вот такая вот. Все на болтах. Все закручено. Покроем красочкой. И будем пробовать. Так, вот у нас подключение. Я так сделал, реализовал. Завел кабель сбоку и вниз опустил. То есть такой вид. В общем, даже на той высоте, на которой она работает, она достаточно неплохо функционирует. И устраивает меня полностью. Было бы неплохо еще выше поднять, но это такое. Вот такая вот антенка. Значит так, вот по размерам антенны. Размеры такие у нас. Все по мане рассчитано. Спасибо товарищам, ребятам, которые рассчитали. На 75 Ом. Три элемента. Вот у нас получается, это директор. Ой, господи, вот директор. Рефлектор это. 880 сторона каждая. По 880 миллиметров. Вибратор 816,7 здесь. Эта часть 898,3. Расстояние между концами, где будет подключаться кабель. Сколько там? Ну, наверное, миллиметров 5. Директор 704,3 и 860,8. Вот такой формы получается. Это не совсем квадраты, больше как прямоугольник, что ли. Расстояние смотрим, да? Нулевая точка у нас рефлектор. От него отталкиваемся. 620 миллиметров. И от нуля 1108. В таком положении антенна, естественно, в горизонте работает. Если ее повернуть сбоку, чтобы запитка была, будет вертикал. Провод использовался, рассчитывалась она под провод 2,5 мм. Частота 91 МГц, ну средняя. Тут у нас указывается, если в горизонте вертикали, как запитывать ее, так вести. Но я покажу, как я запитал, в принципе, нормально тоже. Вот такой чертеж этой антенны. Так, ребята, сейчас покажу, как работает антенна. Буду ее крутить. Ну и параллельно по радиостанции буду вот 1, 2, 3 говорить, куда направил ее, чтобы вы понимали направление антенны. Значит, частота 95, это Днепр, километров 60 от нас 70. Вот. Будем смотреть по этой станции. Начало теста.
Так, вот север, север, север. Сейчас буду поворачивать на восток. Так, тест окончен.